Сегодня рассматривается дело о преступной деятельности, направленной против человеческой природы. На скамье подсудимых поэт. В деле подсудимого целые страницы стихов, которых возмущает род людской призывами к свету и счастью через красоту, добро и любовь. На самом деле ничего этого на земле нет, а есть только грусть, болезни, страдания. Мир поцеловал мою душу, страдания, требуя, чтобы я ответил на это песнями. И что ты воспеваешь? Рано или поздно люди забудут твой голос. По пути наименьшего страдания их идут не твои песни. Путь их озаряют земные правители. Только они знают, как сделать людей счастливыми. Только они приведут их к такой жизни, когда не надо будет ни над чем задумываться, ничего-то искать, а потому что за них есть кому думать и принимать решения. Ты же будоражишь умы и сердца людей, и за это достоин осуждения. Вы говорите не о людях, а о рабах, о тех, кто готов на безумное подчинение ради средств к существованию, равнодушных к окружающему миру, безучастных и бессловесных существах, о тех, о которых сказано, к добру и злу постыдно равнодушны, начая поприще румяным без борьбы, перед опасностью позорно малодушны и перед властью презренные рабы. А по-твоему, свобода лучше? Разве она не гибельна? Запомни, свобода трудна, рабство же легко. О нет! Лучше полная опасности свобода, чем спокойное рабство. Подсудимый, а не лучше ли будет тебе самому прислушаться к голосу здравого смысла? И всего-то надо приблизиться к власти имущим, петь им хвалу и славу. Тогда у тебя будет все, и народ будет рукоплескать тебе. Нельзя вблизи сидящих на престоле стоять певцу. Пускай забуд поэт, вернись в красивые уюты. Нет, лучше сгинуть в стуже лютой. Уюта нет, покоя нет. Замолчи, горожане, таких, как ты, единицы, а единицы — это не народ. Зависеть от властей, зависеть от народа, не все ли нам равно? Бог с ним. Никому отчета не давать. Себе лишь самому служить и угождать. Для власти, для евреи не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи. Поэт, ты хочешь сказать, что природа не может служить по приказу? А ты уверен в этом? Кому, как и тебе, знать, сильные правят мира. Счастлив, кто гласом твердым, смелым, забыв их сан, забыв их трон, вещать тиранам закоснелым, святые истины рожден. И ты великим сим уделом, о, муз-питомец, награжден. Как славно быть самим собой! Какая роскошь в наши годы не кланяться перед судьбой и не вымаливать свободы! Придет отчаяние, держись, твоя надежда и опора лишь в том, что ты построил жизнь по-своему, другой не надо. То, о чем обвиняемый поет в своих стихах, все бред. Вымысел, его надо книги сжечь на очистительном костре, и народ с облегчением вздохнет, а в скором времени и вовсе забудет о нем. Ты
Ты кто он такой, чтобы о нем помнили? Чем он жил? С природой он жизнью одною дышал. Ручья разумел лебеданье, и голос древесных листов понимал, и чувствовал трав прозябанье. Была ему звездная книга дана, и с ним говорила морская волна. Мира восторг беспредельный сердцу певучему дан. О, Господи! Разве не ты озарил меня, наделил меня способностью видеть необыкновенное в обыкновенном? Слишком много в мире людей, которым никто не помог пробудиться. Поэт, помоги! Поэт, он путник во вселенной, его послал на землю Бог, и голос дал ему нетленный, но среди людей он одинок. Неправда, я хочу слышать твой голос, я человек, во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, сердечной смуте. Спасибо тебе, человек. Твой взгляд да будет тверд и ясен. Сотри случайные черты, и ты увидишь, мир прекрасен. Познай, где свет, поймешь, где тьма. Пускай же все пройдет неспешно, что в мире свято, что в нем грешно, сквозь жар души, сквозь хлад ума. Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, а свет обретший ропщет и бунтует. И потому я настаиваю на том, что ничего из того, что ты создаешь, человечеству не надо. Я повторяю, один человек или несколько, это еще не все человечество. Человечество — это большинство, а большинство всегда право. Ему достаточно теплого угла и сытного куска. Зачем ему считать звезды? Подсудимый заслуживает сурового наказания. Его надо заставить замолчать навсегда. Как часто мимо вас проходит человек, над кем ругается слепой и буйный век, но чей высокий лик в грядущем поколении поэта приведет в восторг и умиление. Это все не более чем красивые слова. Проходят тысячелетия, люди все те же, время не меняет их. Не слишком ли много ты берешь на себя, поэт, пытаясь сделать другим их внутренний мир, оставь их, дай им возможность спокойно жить. Живые борются, а живы только те, чье сердце предано возвышенной мечте. Ничто не ново под луною, что есть, что было, будет век, и прежде кровь лилась рекою, и прежде плакал человек. Итак, ты обречен, поэт. Суд замолчать тебе прикажет. Пройдет всего немного лет, и о тебе не вспомнят даже. О, я хочу безумно жить. Все сущее увековечить. Безличное восчеловечить. Не сбывшееся воплотить. Наивная и страстная душа, ком помыслы прекрасные кипели, упорствуя, волнуясь и спеша, ты честно шел к одной великой цели.
по меньшей мере, поэт, ты смешон. Цель твоего пути — добро, красота, любовь, она неразумна, обречена на погибель. Люди предают и убивают друг друга, а красоту и смысл жизни видят в роскошах, почестях и славе. Неужели ты еще не понял этого? Скажи, а что ты имеешь в этой жизни? Ведь ты нищ и безроден. Скажи, поэт, чем ты богат? Каким владеешь кладом? Мой клад — дыхание, голос, взгляд тех, кто вдали, кто рядом. Довольно! От такого клада никто не станет богаче. Поэт, ты безумен. Тебе нет места среди нас. Мы все живем и умираем. Со страхом счет ведем года. Нам надо насладиться раем не после и не где-то там. Зачем ты среди нас блуждаешь, сердца волнуешь и умы? Уйди, исчезни, и тогда лишь в душевном сне прибудем мы. Ведь все когда-то канем в лету. Нам звезды некогда считать. Нет места среди нас поэту. Казнить его. Распять! Распять! Плащ поэта бросаю! Ловите! Он согнет вас до самой земли. Волочите его! Волочите! У Олимпа сшибаю рубли. Поэт, ты обвиняешься в нарушении спокойствия человеческих душ. Наказание тебе — вечное изгнание. По законам суда тебе дается право на последнее слово. О, земля моя, я пришел на твой берег, как чужестранец. Я жил в твоем доме, как гость. Я покидаю тебя, как друг. Поэты не рождаются случайно. Они летят на землю с высоты. Их жизнь окружена великой тайной. Хотя они открыты и просты. Глаза таких божественных посланцев всегда печальны и верны мечте. И в хаосе земном их души светят мирам, что заблудились в темноте. Они уходят, выполнив задание. Их отзывают высшие миры. Неведомые нашему сознанию по правилам космической игры. Они уходят, не допев куплета, когда в их честь оркестр играет тушь. Актеры, музыканты и поэты, целители уставших наших душ. В лесах их песни птицы добивают, в полях для них цветы венки совьют. Они уходят, но не умирают, и в песнях, и в стихах своих живут. Она одна лишь, душою слушай.
ней песню дивную поет ночная птица. В ней нежный утренний рассвет едва струится, в ней шорох листьев темно-красных, ярко-желтых. Она подарит все, к чему ты так долго шел. Над миром музыка любви кружит незримо, она волнует и зовет необъяснимо. Она в вершинах гор, в морях бездонных. Отдай ей сердце на распахнутых ладонях. С днем рождения, Климаса! Ты родился на пороге лета, несколько десятков лет назад. По проспекту, гладкому как лента, по-хозяйски жители спешат. В детском парке яркие качели, звонкий смех, веселая возня, у скорбящей голубые ели вечный сон твоих сынов хранят. Вечером зажгутся теплым светом фонари. Так дорог этот свет. Мне легко быть климовским поэтом, потому что Климовск сам поэт. С днем рождения, город мой чудесный, город мирных трудовых побед. Для тебя цветы, улыбки, песни, счастье, процветание тебе! Yeah.
уважаемые гости. Добрый день, дорогие климарчане. Позвольте право ведения сегодняшнего вечера предоставить нашему давнему знакомому Наталье Арбетовой. Только что прозвучавшая песня «Здравствуй, город» год назад принимала участие в конкурсе на лучшую песню о Подмосковье. Этот конкурс назывался «Душа Подмосковья. 21 век». Проводила его РТВ «Подмосковье» под председательством композитора Тихона Хреникова. Весной 2007 года, в день 75-летия системы радиовещания Московской области, были объявлены результаты конкурса. И эта песня, авторами которой стали Эмма Лазовская и Александр Середа, заняла второе место из 400 песен, представленных другими авторами. В Кремовске она впервые прозвучала в июне 2005 года на праздновании Дня города, и горожане услышали ее на площади перед Домом культуры «Машиностроитель» в исполнении Оксаны, Виктории и Владимира Евтюшенковых. Многие из вас уже бывали на творческих вечерах Эммы Лазовской. Первый вечер состоялся осенью 2003 года. Сегодня, по счету, пятый. И за это время, конечно же, накопился немалый творческий багаж Эммы Лазовской. Отсюда родилась идея рождения и создания диска, который сегодня мы представляем вашему вниманию. И поскольку Эмма Марковна человек творчески очень многогранный, поэтому и диск получился необычный. И здесь переплетаются стихи и песни о родном Подмосковье, о любимом городе Климовске, в котором Эмма Марковна родилась, живет и трудится. Здесь есть тема войны и тема маленьких детей. А еще сегодня вы услышите размышления о вечном поиске человеком смысла жизни. Сегодня со сцены прозвучат новые стихи, за исключением, может быть, двух-трех стихотворений, и они войдут во вторую книгу Эммы Лазовской, материал которой уже почти готов. Особое место в творчестве Эммы Лазовской занимает природа нашего края. Ее скромная, непритязательная красота. Тема «Дорогого ее сердцу Подмосковья, милой родины» звучит с особой теплотой. И автору хочется, чтобы дети и взрослые прониклись этим необыкновенным чувством теплоты, любви к родному краю, к друг другу, и пронесли это чувство через всю свою жизнь. Творение из Подольского альманаха написано в 2000 году. Милый край мой, лес неброский, эхо без ответа, небо светлая полоска в ранний час рассвета, ручейков переплетенье, васильков букеты, снов и яви светотеньи юности приметы. Белоствольная березка, майских гроз каскада, небо, алая полоска, тихий час заката. Милый край мой, снежным настом заискрилось в поле, звал, манил меня за счастье, а оно слепое. Как уже сказано, эти все стихи войдут в новую книгу. Вы их еще не слышали. Отпылал июльский вечер, стало темной небо сивым. Месяц вышел юн, беспечен побродить среди осени. Теплый бархат летней ночи лес укрыл плащом пожар. Мириады звездных точек, словно капельки дрожат. Светлых снов не расплеская, ночь танцует над рекой. Тишина вокруг такая.
вину, отчего ж так сердце бьется, нарушая тишину. В лунном свете все искрится, звезды вышли на простор, спит сосновка, спит петрица, спит большой сосновый бор. Что за дивная картина? Я смотрю, не насмотрюсь. Подмосковье, край родимый, дорогая сердцу Русь. Здесь моя смеялась юность, здесь я встретилась с тобой. Здесь впервые улыбнулась мне волшебница любовь. От ветра речки гладь, ведь счастье
это вечное движение, и в заводе его не отыскать. Это стихотворение напечатано в «Русском монахе» в 1999 году. Ночи осени длинные, я ладони на сердце кладу, слышу запах малины в разогретом на солнце саду. Полосатые осы разгуделись, кого-то броня. Две сестры, две березы на качелях качают меня. Вдоль садовой тропинки пышных флоксов несметная рать. Грядки выгнули спинки, словно просят клубнику собрать. Полдень, тихо и жарко. Далеко до дождя, до грозы, друг поиграл, овчарка в тень легла, свесив влажный язык. Облака очертания непрерывно меняют свои, и какая-то тайна между ними и мною стоит. Это детство картины, никакая не смоет река. Ночи осени длинны, только жизнь. Только жизнь коротка. Осень золотая отцвела, лист летит беззвучно, обреченно. На асфальт сырой, холодный, черный, красота увядшая легла. Клены, проржавевшие насквозь, сникли, не трепещут в час заката. Осень золотая отцвела ты. Обернись и взгляд прощальный брось. Столько, столько в нем еще тепла. Жаль, что мы над временем не властны. Грустные глаза твои прекрасны. И прекрасно то, что ты была. Эмма. Thank you.
любой из нас задумывается о том, для чего он живет. Трудно бывает найти свою дорогу в жизни и не сбиться с пути. Не пой, не говори высоким словом, попроще будь. Все кончится коротким монологом когда-нибудь. Услышь совсем другие звуки сердечных слов. Кто знает, может, близок час разлуки, а ты оглох. Кто знает, может, близок час разлуки, а ты ослеп. Отдай протянутые руки последний хлеб. Не жди за все вознаграждение в иных мирах. Когда среди живых ты станешь тенью, уйдя во прах. Не пой, не говори высоким слогом, слова пусты. Мы все едины перед Богом. И я, и ты. То ни день, то игреки, то сеты. Нелепые, ненужные советы и, как поэт заметил, вечный бой. Как это трудно ближнего понять, когда ему сопутствует удача, а тебе недобрая судача, и хочется кричать средь бела дня. Как это трудно взгляд не отвести, идти вперед и не дрожать в коленях, огни костров угадывать в поленьях, судивших и судачивших простить. Мы предаемся радужным мечтам, закона неба нам едва знакомы. Живем на свете и не знаем, кто мы и где она, последняя верста. Как трудно самого себя познать, в себя глядеться пристально и честно. Занять свое, а не чужое место. Чтобы быть собой, сначала надо переполняла гардероб. Обрезать крылья у мечты, не слышать песен листопада. А может, так прожить и надо? Но разве это будешь ты? Забудь про все на свете, прислушайся, весь мир поет. Дожди, деревья, травы, ветер, вершины гор, глубины вод. На небе месяц замаячит, звезду вечернюю зажжет. Гармонь деревни то заплачет, то засмеется, то замрет. И все сольется воедино, медовый аромат стогов, и бор сосновый за плотиной, и песня сердца. Жизнь перед музыкой долгу, ведь музыка, как дух, нетленна, согнулась радугу в дугу, склонил и мы пред ней колено. Нелег путь, и нас пути порою силы оставляют, но музыкой сердца пылают, и вновь готовы мы идти. О, как высок и чист Парнас!
каким сияет дивным светом. Мы скажем музыке об этом всем, кто услышать сможет нас. Как часто разобраться в себе помогает прекрасный добрый друг музыка. На ее языке человеческие души общаются друг с другом. Oh!
знает ничего. Для каждого она открытие и все равно загадка. Загадка вечности. Эмма Марковна доверила кое-что из интимных личных стихов вынести в зал. Теплее, ярче стали дни, ручьи бегут преград, не зная. И вдаль безудержно манит тропинка узкая, лесная. Как хочется по ней пройтись, дыхая воздух синий, чистый. А март талантлив, как артист, неповторим, как все артисты. А март, он ветреник слегка, целует ручки милым дамам. Летят, как стрелы облака, сердца пронзает в час. Весна, она уже в пути, готова верба распуститься, и солнце по небу летит, как будто огненная птица. Сиреневые вечера нас обложили сладкой данью. Настала дивная пора, пора любви и ожидания. Глаза твои, как волны моря, то зелень в них, то синь эмали. Они черны под гнетом горя, в момент решения цвета стали. Твои глаза, как голос сердца, в них гнев, любовь, восторг, смешинки. В них можно мерзнуть, можно греться и утонуть. И взмыть к вершинам. Глаза твои, морские воды, то зелень в них, то синь эмали. И разве есть на свете что-то, чего они не понимали? Ты дивный сон, приснившийся во сне. Ты лунный свет на сказочной поляне, несущийся на пенистой волне, Нептун в безбрежном синем океане. Ты луч, пронзивший утренний восток, жужжанье пчел над знойными стогами. Ты поцелуя первого восторг. Ты жизнь, благословенная богами. Oh,
Сергея Калашникова, который умеет удивительно тонко понять, прочувствовать и проникнуться творческим замыслом автора. И поэтому все его музыкальные обработки – это удивительное, точное попадание в десятку и по стилю, и по настроению. Сегодня вы еще услышите песни в аранжировке Сергея Калашникова, а сейчас поздравить Эмму Лазовскую с выпуском диска хочет другой подальчанин, соратник по перу, автор и исполнитель многих уже популярных песен – Сергей Азаров! Мне оператор сказал петь конкретный микрофон, понимаете? Из этого микрофона моя песня будет идти. Добрый вечер. Я вот готовил речь сегодня, но когда я здесь посидел сейчас, Эмочка, я все забыл сразу, потому что что здесь происходит. Вообще удивительный климат город, на самом деле. Сколько я бываю на творческих вечерах, здесь все время так здесь хорошо, уютно, и видно просто интеллигенция очень хорошая живет, люди на самом деле. Давайте вам все поаплодируем, сами себе. Потому что я подачанин. Но хочу маленький секрет, и она знает, что первые музыкальные шаги я делал в городе Климовске, в Доме культуры имени 1 мая, на веселье здесь. И был барабанщиком ансамбля «Ритм», был очень популярный такой ансамбль, и получил звание народного артиста Климовска, так что я народный артист, можете тоже поаплодировать. Друзья мои, ну что я могу сказать? Я думаю, что город Климовск должен гордиться, что мы с вами живем в одну эпоху с этой замечательной поэтессой. Я думаю, что история все расставит на свои места. Такие стихи не умирают. Я так думаю, что они будут жить вечно. И сегодня Эмма Марковна открылась для меня еще как композитор. Эмочка, я же не знал об этом сегодня. Я просто потрясен. Я ее поздравляю. Я ее очень люблю. Она замечательный человек. И когда-то я написал стихотворение «Дорогое сердце Подмосковья, край мой милый, песни отзовись. Где еще найти дуэт такой мне, чтобы тело и душа в одно слились?» И сейчас я сижу, совершенно случайно, Эмма подарила мне сборник, я его потом прочитал, думал, как же в разных городах люди думают одинаково о своей малой родине, понимаете, в чем дело? И вот ее любовь к Подмосковью, называть ее иначе, как ваше благородие, представляете? Просто сегодня я так растроган, поэтому я не знаю, что говорить. Я его сейчас спою, а давайте еще раз поаплодируем Эмме Марковне. А я вам спою песню автобиографичную. Когда меня спрашивают про мою судьбу, я говорю, я лучше песню спою. На мои стихи, на музыку. Песня называется «Не забирайте двери». Не забирайте, пожалуйста, двери. В эту зиму холодную так не хватало тепла. Посчитай по шаг перелетов потерь. И разбуженным криком срываются колокола. А в российских полях выдыхаются кони. Качание от моря в тревоге застыли глаза. Что ж ты, мама, меня не излечишь от боли? Когда зубы от злости скрипят и сдают тормоза, не судите меня, так легко обмануться. Пустоцветные ветви в стволе червоточит труба. Ваши злобы плевки умирангом вернуться. Первым бросил пуст камень в меня, кто и сам без греха. Рву рубаху в обу, коль судить подступили. В ноги брошу, смотрите на мне, я не пробил креста. Всех обидел кого, я прошу, чтоб простили. И бледнее целую гробовые раны Христа. Родила меня мать поздним мартом метель.
Потянулся отец, принимая из рук медсестры. Коммунизму тогда шли, крестить не хотели. Под военные марши горели от флага костры. И шагала моя юность, как полагается, под дворовые песни, взрослея, играя мотив. И девчонка моя не сомкнется вас. Слушаем друга моим, мне тогда в первый раз изменили. И дорога моя, поезд в ночь уходящий, ветра посвист лихой, да общаги заевшей кровать. Вечно пьяный сосед, на бутылку просящий, и со свечкой в руке у иконы скорбящая мать. И когда возвратясь, выхожу из вагона, на Подольский перрон свою радость о встрече везу. Как же я тосковал без родимого клуба, и стесняясь прохожих, с лица вытирая слезу. Не забирайте, пожалуйста, двери в эту зиму холодную, так не хватало тепла. И хотя холода неизбежны потери, к ним привыкнуть никак не могу, вот такие дела. Всех ушедших сегодня благословите, и кричи, поминай вожак, как затравленный зверь. Я прошу вас, родные, подольше живите. Я вернусь, только вы не забрите, пожалуйста, дверь. Я вернусь, только вы не забрите, пожалуйста, дверь. Раз.
отдался лай щенячий. Стало ясно всем без слов. Раз живет щенок на даче, пусть и ловит комаров. В небе темном за стеной запел сверчок. Ходит дрема возле дома. Сказок полный рюкзачок. Спит березовый листочек, спит лисенок, спит сурок. Ночь пришла, спокойной ночи. Мама рядом, спи, сынок. Пусть тебе расскажет дрема сказку добрую свою. Засыпай, мой неуемный баю, баюшки, баю. Долго-долго по ней нам шагать. Будет в ней и хорошее.
ключами поставит печать. Но грустно, старайся не думать, посмотри, сколько красок вокруг, стоит ветру беспечному дунуть, закивает ромашками луг. Стукнет дятел по дереву звонко, крикнет птица, пчела жужжит, и внутри защемит от чего-то, от чего-то по имени жизнь. Белые шубки, зимний лес, ночь волшебная морозна, легкий снег летит с небес и сияет в брызгах звездных. Тишина и красота, златорогий месяц светил. Если бы с чистого листа жизнь начать на этом свете, руки были бы нежнее, сердце трепет не стучало. Сколько было бы добрых дней, если бы все начать сначала. А вечерняя звезда свет бы с радостью дарила. Мама, с дочкой ты тогда обо всем поговорила. Отыскала бы слова, отдала бы их одной ей. Нет дороже существа, чем дитя твое родное. Торопись, пока ты здесь, торопись, пока не поздно. Белые шубки, зимний лес, ночь волшебная, морозная. Yes.
Надежда Смирнова. Ученицы Эммы Марковны Надя Смирнова и Даша Клыкова подготовили для нее музыкальный подарок. Они сыграют вальс из иллюстрации к повести «Пушкина метель» композитора Георгия Свиридова. В декабре деревья сутулятся, словно каждому 200 лет. Фонари освещают улицы, нереальный бросает свет. Кто сказал, что счастье обещано всем, явившимся в этот мир? Что хочу я, земная женщина, от тебя, от себя, от зимы? Обо всем забудь, не расспрашивай, почему я брожу одна. На вечернем снегу оранжевом только тень от любви видна. Мы ее сохранили заживо, впали в рабство житейских пут. На вечернем снегу оранжевом розы алые не цветут. Thank you.
тебя не отвлекла. Ученики Эммы Марковны. Вот еще один ученик. Я тихонько рядом сяду, утро летнего прохлады прозолью, открыв окно. Остановим карусель суеты земного плана. Летним утром звезды рано гаснут. Спи, мой Одиссей, отдохни от всяких дел. Я тихонько рядом сяду, ты найдешь свою Элладу. Только пусть настанет день. Мужчины. Мужчины не плачут. Мужчины поют. Касаются пальцами клавиш. От горя бывает и горькую пьют. Когда ничего не исправишь. Мужчины не плачут. Мужчины молчат. Губу прикусивши до крови. Не лгут, не судачат, не рубят с плеча, дешевой удачи не ловят. Мужчины не плачут, мужчины идут, преграды с дороги сметая. Их женщины любят, их женщины ждут, голубками в небо взлетают. Длинна, но не вечна дорога, я тоже стою на краю. Не стану просить я у Бога уютного места в раю. Я чувствую запах твой, ладан, но, Господи, слово скажи, что мне обязательно надо земные дела завершить. Но, Господи, как же мне надо, чтобы поняли люди меня, чтобы приняли жизнь как награду с рождения до смертного дня, чтобы люди светились от песни, чтобы сущие все берегли. Тогда я спокойно и честно покину пределы земли. Конечно, лист важны не только не все стихи, написанные Ланозовской, но и не все музыкальные произведения. В ноябре 2003 года в городе Железнодорожном проводился юбилейный фестиваль, посвященный 200-летию Федора Ивановича Тютчева «Продлись, продлись, очарование». Участником этого фестиваля были музыканты из разных городов Подмосковья. Эмма Лазовская предстала перед жюри в самых разных ипостасях. Во-первых, как композитора прозвучали два романса на стихи Тютчева «Над виноградными холмами» и «В небе тают облака». Во-вторых, как композитор и поэт романс «Давай забудем все, что было». И в-третьих, как поэт романс «Посвящение». Музыку написал Александр Середа. Вокальные партии исполняли давние друзья и коллеги Оксана и Вика Евтюшенковой и Виталий Пушкарь. Сопровождал вокал-инструментальный ансамбль в составе Сергея Савицкого, скрипка, Натальи Генераловой, виолончель, Александра Середы, фортепиано, Леонида Пизина, ударные. Климовчане слышали эти другие романсы на предыдущих вечерах. Они звучали под аккомпанемент фортепиано, а аккомпанировали певцам Эмма Антонян, неизменный участник наших концертов, и Яна Ляшенко. А сейчас послушайте романс «Посвящение». Стихи Эммы Лазовской, музыка Александра Середы, поет Виталий Пушкарь. Уходит вечер, день.
пускай. Ну а сейчас я хочу с огромным удовольствием пригласить на эту сцену с поздравлением человека, который всю свою жизнь идет рука об руку с музыкой. Он участник джазового оркестра «Мелодия» под управлением Константина Моевсеева города Подольска. Именно он играл на ударных на Тючинском фестивале. На нашем оркестре он играет на трубе. Ну а сегодня поздравляю ему Маркову с выходом нового диска. Он еще и поет. Встречайте, Леонид Пизин! Поздравляю Марковна с выпуском первого диска. Вы знаете, Эмма Марковна такой человек вообще добрый, прекрасный человек. И вот мне кажется, если бы таких людей было больше, жизнь бы намного была интереснее, лучше, приятнее. И дай Бог ей здоровья. Я хочу ее поздравить с выпуском первого альбома и пожелать ей больших творческих успехов.
площадка города звучали стихи Эммы Лазовской о войне. На этой сцене несколько раз было исполнено масштабное произведение, музыкально-поэтическая композиция «Фантазия на тему Великой Отечественной войны» для певцов и оркестра под управлением Александра Середы. Все музыкальные номера связывались стихами в единый цикл. В состав оркестра входили как юные, так и опытные музыканты, климовчане и подольчане. Вокальные партии исполняли уже известные вам Оксана, Вика и Владимир Евтюшенковы, славные представители ансамбля «Каравелла» Виталий Пушкарь, Николай Таскин, Александр Лапушков. Наш замечательный звукорежиссер Михаил Войтик пел авторскую песню «Журавли». Войтик, сколько их было и сколько их будет еще? В своих стихах Эмма Лазовская с болью пишет о том, что раны, нанесенные войной, не заживают никогда. Это стихотворение я прочитал первый раз буквально 10 дней назад в классе. Урок истории. Вошел седой учитель в класс и в полной тишине спросил: «Ребята, кто из вас наслышан о войне?» Спросил: «Быть может, чей-то дед фашистов бил в упор? Быть может, полевой конверт в семье хранят с тех пор?» «Мой дед неравным пал в бою», — сказал пацан один. «Он крикнул: родину свою врагу не отдадим!» Посмертно дед был награжден, лежит медаль в шкафу. И я горжусь, что это он врагу не сдал Москву. А у меня, сказал другой, в пехоте дед служил. И там под узкую дугой он голову сложил. Свинцовой пулей был сражен в боях за Киев мой. А мой был заживо сожжен. А мой пришел домой. А наша бабушка дошла до Праги медсестрой, десятки раненых спасла, она у нас герой. Седой учитель встал тогда к раскрытому окну, как будто видел сквозь года ту самую войну. Пустой рукав с тех горьких лет в кармане пиджака, а за окном плывут в рассвет и тают облака.
Твердим совсем ненужные слова. Ты обо мне не вспоминай. Не надо. Ты лучше обо мне не забывай. Не уходи. Не уезжай. Останься навсегда. И надо мной, и над тобой горит. Взгляни в глаза, они полны нездешнего огня. Не уходи, не уезжай, не оставляй меня. Так пела девушка ему, гитарных струн едва касаясь. Не часто дарит нам земля таких изысканных красавиц. А он смотрел, как будто сквозь, а он смотрел куда-то мимо. Он вовсе не спешил назвать ее единственной, любимой. Красой земною не блестясь и не дослушав песни страстной, он ей сказал: «Прости, прощай, я ухожу, не жди напрасно». Молчит гитара с той поры, гитаре свойственно томление. Пусть он уходит, но любовь нельзя поставить на колени. Так было в старе, так будет впредь. Уметь любить — задание Божье. Та девушка — любовь и есть, и красота, и песни, но все же. О любви немало песен сложено, да, это так, и песни о ней люди будут складывать бесконечно.
потому что каждое влюбленное сердце поет.
Я мыслю, значит, я существую, сказал один из великих. А мысли бывают разные, потому что каждый живущий на земле по-своему воспринимает все, что видит, слышит, чувствует. Некоторые мысли из множества мыслей Эммы Лазовской. О, человеческие страсти, надежно встали вы у власти. Гордыня, ревность, зависть, злоба, корысть и ложь, и так до гроба. Закончен путь, а где же счастье? Когда, простясь с мечтой, покорно крылья сложишь, горячего коня на всем скаку стреножишь и годы посвятишь погоне за рублем, тогда ты ничего создать уже не сможешь. Как мы беспечны иногда, как непростительно болтливы, как в лотерее день счастливый достать мечтаем, но беда уже нас держит без труда и умывает слезный ливень. Не тот бедняк, чей куст карман заплата на заплате, а тот бедняк, чей бог обман, кто от холопской доли пьян, кто сладкой лестью платит. Осень — это неизбежность, теплый свет и сердце нежность, песня тихая, без слов. Осень — время добрых грядок, неисписанных тетрадок, запоздалая любовь. Теперь уже существует многолетний творческий союз Эммы Лазовской и вокально-инструментального ансамбля «Каравелла». Сейчас я с огромным удовольствием представляю его участников. К сожалению, не смогли быть они сегодня в полном составе. Итак, встречайте, Виктор Макаров, бас, гитара. Виталий Пушка, солист. Александр Середа, клавиши. И художественный руководитель ансамбля «Каравелла» Вячеслав Соколов, гитара. В исполнении звучит песня, которая пользуется неизменным успехом у слушателей не только Климовска и Подольска, но и других городов Подмосковья. «Красная роза». Красная
Много связывает Белоозовскую с Подольском. В этом городе она училась в музыкальной школе, в этом городе у нее много друзей. А в день 225-летия Подольска в Ледовом дворце Витязь завершала большой театрализованный праздник, посвященный юбилею города, песня «Виват Подольск», написанная Эммой Лазовской в соавторстве с Александром Середой. Теплый голос утренней звезды новый день провозглашает тосту. Сад свои созревшие плоды отдает и радостно, и просто. Неприметный с виду чародей, соловей, певец любви и света, собирает на концерт людей и за вход не требует билета. Уходя в туман небытия, прежде чем в неведомое кануть, спросишь, что возьму в дорогу я, что оставлю о себе как память. Спросишь у себя, что я искал в оболочке, находясь телесной. Может быть, ты песню написал, пусть одну, но собственную песню. В ней воспета красота души, в ней земная красота воспета. Значит, ты недаром жизнь прожил, ничего не требуя за это. Уходи без страха, если ты шел по зову сердца, жил по чести. Прорастут однажды, как цветы, даже не написанные песни. Лучшие понад городом звон величайный, высоко и прозрачно плывет, и спешат по делам подольчане очень редкой породы народ. По широким и чистым проспектам мчит машин бесконечный. На коленях студентов конспекты, свежей выпечкой пахнет ладок. Над Покрой догорают закаты, вновь рассветы неспешно встают. Здесь курсанты учились когда-то те, что пали за землю свою. Утопают в цветах обелиски, плачет небо над вечным огнем. Всех погибших от пули фашистской никогда мы уже не вернем. Стадионы, концертные залы, скверы, парки, Ледовый дворец навсегда нас с тобою связали, наш Подольск, город добрых сердец. Вот и сумерки, за день уставший, город в сон погрузиться готов. Город детства и юности нашей, самый лучший из всех городов. Все темнее, над Покровом залетает утро.
очень счастливы, что наши творческие пути пересеклись с твоими. И разреши нам поздравить тебя с выходом этого диска, пожелать всего самого-самого хорошего, и дай Бог, чтобы он был не последний. Однажды выбились из строя, остановились стрелки, замер ход. И многим старожилам нет покоя ни день, ни два, ни месяц и ни год. Ах, если бы часы вернулись в город, повесить бы на место их опять. О городе своем тепло и гордо всем юным климовчанам рассказать. Потомки благодарные безмерно, прекрасным будут город величать. Они ведь тоже захотят, наверное, свидания под часами назначать. Ведь если нет у города реликвий, нет связи поколений и времен, не станет он ни сильным, ни великим. Он быть обыкновенным обречен. Донес стихи Эммы Марковны до каждого
участники, конечно, не полностью Сильвии Каравелла, которые приняли участие вот в этом многолетнем труде Эммы Лазовской. Выучили песни, исполнили. И вот они все участники первого диска. Диск, посвященный городу Климусу. Город, где мое сердце живет. Еще раз повторю, этот диск мы можем приобрести по окончании нашего концерта. Вечер удивительный, талантливый,
женщины и человека, Эммы Марковны Лазовской. Давайте еще раз встретимся. Поаплодируем. И от имени всех участников концерта этого вечера хочу сказать вам, дорогие зрители, огромное спасибо за ваше участие, за то, что сегодня вы были с нами, за ваше внимание и понимание. А главное, что Эмма Марковна, что бы она ни писала, она все ее произведения пронизаны огромной любовью, необычайной любовью к родному городу, к людям, которые ее окружают. И пусть та искра Божья духовности, которая несет ее творчество, пусть она зажигает сердца слушателей, зрителей и всех ее сотоварищей, которые помогают ей воплощать ее творческие замыслы. Счастья вам, добра, любви и вдохновения. Вдохновение жить, любить и творить так, как это делает Эмма Марковна Лазовская. Какой талантливый у нас народ, да, тимовчане? Тимовчане тоже. Они, можно сказать, тимовчане. Половину жизни провели в Климовке. И малыши наши, ученики, и Веснянка, хор, большое огромное спасибо. Семье Евтюшенкова, Оксана Виктория, Ирине Наземце, Галине Клементьевне, участница вокального коллектива Дома культуры 1 мая. Большое спасибо, Каравелла. Ну и, конечно, Лазовская, мадам. Эмма Марковна. Я тоже хотел бы сказать, но уже сказали все. Мне сказать нечего, кроме того, что я вас всех очень люблю. Спасибо вам. Здоровья, радости, счастья и процветания.